Привет, с вами Мигос. Перед нами снова отечественный блокбастер от отечественного разработчика Сергея Носкова под названием 35 мм. И снова задание все прежнее: найти ночью в деревне ведро и принести воды, потому что нашему спутнику захотелось пожрать. Пожрать консервов он не может. В 12 часов ночи ему приспичило навернуть борща. Это уже второе видео по этой игре. Если вы не смотрели первую часть, обязательно посмотрите, потому что, возможно, без просмотра первой серии вы не поймете концепцию этой игры. Но, на всякий случай, вкратце я вам перескажу события первых 40 минут игры. Значит, нас знакомят с персонажами путем показывания их разными планами на экране. Абсолютно не говорят, кто они, что они. Как их зовут, неизвестно. Куда они идут, неизвестно. Но они встают и идут. Идут они минут 30, после чего в лесу на них нападает медведь. Главные герои бегут от него. Прибегают вот в этот амбар, открывают ворота. После чего наш второй спутник, которого я назвал Сергеем, достает пистолет и медведя убивает. И если вам... Если у вас появился вопрос, почему Сергей сразу не достал пистолет и не застрелил медведя... I don't know, честно. Этого не понял никто, но после того, как я отведал, так сказать, геймплея, в котором ночью меня, повторяюсь, ночью меня заставляют с фонариком, который светит, я не знаю, свет этого фонаря такой же мощный, как эрекция у 90-летнего пенсионера, меня заставляют идти искать в деревне ведро, чтобы набрать воды, я, естественно, резюмировал, что игра говнище, но... Оказывается, в мире произошел переломный момент, который я пропустил. С какого-то, не знаю, как это даже выразить словами. Короче, всех вдруг начало ебать, сколько людей работает над разработкой игры. Вот никогда никого этот вопрос не ебал абсолютно, а теперь вдруг стало интересно. Задумывался ли ты, человек, когда кричал, что Armored Warfare говно, а World of Tanks это круто? О том, что над Armored Warfare работает всего 6 человек из Obsidian, а в Wargaming человек уже хрен знает сколько. Вон недавно даже продажную бороду в штат сотрудников приняли. Нет, не задумывался. Потому что всем насрать, абсолютно насрать, сколько людей делает игру. Всех интересовал, всегда интересовал, интересует и будет интересовать лишь конечный продукт. Однако несколько долбоебов, отписавшихся в комментарии, заявило, что над игрой работал один и единственный человек, и поэтому игра уже по умолчанию шедевр и верх атмосферности. Окей, хорошо. Если игра, в которой ты можешь доставать... Блять... который ты можешь доставать камеру, нож, батарейки, брать консервы, несмотря на то, что индикатора едьбы на экране нету, да, то есть не понять, когда твой персонаж голодный. Игра, в которой тебя ночью заставляют искать ведро сраное, да, потому что кому-то попить приспичило. Если это атмосферно, ну, я не знаю. Вот знаете, что атмосферно? Modern Warfare атмосферный, потому что ты играешь, и там действительно атмосфера войны. Все вокруг бегают, стреляют, идет война, это атмосферно. Атмосфера чего здесь, непонятно, потому что, ну, это не по... Ну, по сюжету игры здесь постапокалипсис, но вообще это обычная рядовая глубинка. Стоит уехать из города, отъехать, вернее, от города километров на 200 в первый попавшийся поселок, и вот они, брошенные коровники, брошенные дома, брошенное все. Ничего нового. Брошенные совхозы, колхозы, трактора на полях ржавеют. И это не постапокалипсис, это российская глубинка. Какая к черту в жопу тут нахрен атмосфера, вообще непонятно. Но поскольку теперь такой параметр, как количество разработчиков, является решающим, игра 35 мм автоматом попадает в раздел крайней годноты. Вообще, я как человек, который, в принципе, старается записывать, наверное, все новинки по мере возможностей, в том числе и инди-игры, я вам могу сказать, что это далеко не первая игра, над которой работал всего один человек. Допустим, месяц назад я видел игру по мотивам «Бегущего в лабиринте», где были лабиринт, и ты по нему бегал, и делал ее тоже один человек. Но эстетствующим долбоебам неоткуда просто почерпнуть подобную информацию. Они вот знают только, что 35 мм ее делал один единственный человек. Значит, игра годнота годнейшая. Потому что других примеров они просто не знают, и сравнивать им просто не с чем. Теперь, окей, я хотел
Отхренососить игру только вкратце, но теперь придется пройти ее полностью, потому что внезапно выяснилось, что здесь какой-то волшебный сюжет, и все. Здесь волшебный классный сюжет, в который нужно въехать. Ну давай, готовься, Сома, сейчас ты получишь от Сергея Носкова по своей зазнавшейся репутации игры с классным... Как хорошо ловит этот приемник без антенны, удивительно. Удивительно, что нашему главному герою до зарезу нужны батарейки, он их вставляет в свой фонарик, но почему-то он не вытаскивает батарейку из радиоприемника. Можно абсолютно не бояться, что кто-то на вас выпрыгнет в этой игре, что здесь какие-нибудь трупы живые полезут, что вы найдете. Нет, труп я один нашел, но он не имел абсолютно никаких видимых повреждений. И умер, скорее всего, просто от скуки. Я уверен, что это был труп предыдущего игрока, который искал ведро. Время идет, а ведра все еще нет. В кадре, может быть, мы сможем набрать воды чайником. У него есть как бы ручка. К ней можно привязать веревку и бросить его в колодец. Но нет. Сергей Носков захотел, чтобы игрок искал именно ведро. Это же атмосфера постапокалипсиса, то есть нет бы задания было «найди, чем набрать воды». Но нет, найди ведро, набери воды, потому что воду полагается черпать ведром. Спаун у ведра каждый раз разный, то есть где будет ведро, угадать невозможно. Поэтому я советую всем, не ходите не искать ведро, не потому что... Нет, игра отличная. Даже если она отличная, просто незачем ходить искать ведро. Запускаете этот уровень, заходите за то здание, из которого я вышел. И если ведра там нет, просто перезаходите в игру, загружайтесь и надеетесь, что в этот раз ведро там появится. Потому что заниматься вот этим дрочевым в темноте с этим же вялым фонариком в игре, где на вас, как я уже сказал, никто никогда не нападет. Судя по всему, да, что я эту деревню, поверьте, я не первый раз по ней хожу. Я не знаю, зачем я собираю эту воду, это все. Потому что у главного героя как бы нету индикатора жажды, нету индикатора голода. Но он просто может есть и может пить. Потрясающий сурвайвинг. Он может пить, он может есть, и ему нужно ведро. Вот и весь сюжет. Ну, в первом видео я уже говорил насчет того, что ванна, которая ни к чему не подключена, раковина, которая ни к чему не подключена, плита, которая не подключена, потому что нет газопровода. Мне сказали, что можно поставить газовый баллон, а в ванну, наверное, можно ведрами натаскать воды. Но раз так, то логичнее было бы, если бы здесь у каждого была баня, а не стояла ванна, а вот оно и ведерочко лежит. Вот оно где заспавнилось в этот раз. Проверяем шкафы, вернее проверяем то, что они нихера не открываются. И идем черпать воду. Наконец-то, господи, я этот уровень прошел. Колодец тоже очень странный. Дело в том, что у него не было дырки, куда это самое ведро кидать. У него есть только ворот. Ну. И... Блять, что надо сделать, чтобы... А, вот она, дверца появилась. Окей. Сейчас скажут, веревка нужна. Нет, тут цепь. Причем не надо... Как жалобно скрипит эта хреновина. Ну, и сейчас мы... Выловим ведро крови, потому что трупы всех жителей деревни сбросили в колодец. Найн. Конечно же, найн. Ни хрена подобного здесь не будет. Просто... кстати, интересно, почему главные герои заняли бывший коровник, или что это за амбар, и разожгли костер на полу, если здесь есть вполне более... Что там каркает, квакает. Если здесь есть более дома пригодные, даже с кроватями, с какими-то сплитами,
где можно было устроиться поудобнее. На вопрос, почему нельзя было сожрать и зажарить медведя, мне сказали, что, дескать, надо мясо проверять, не радиоактивное ли. Вот почему Сергей Носков не сделал из этой игры хоррор. Посмотрите, какая действительно хоррорная атмосфера. Фонарик, который ни хера не светит, дым, темнота. Ну, милое дело, пихай сюда скримеры, да и все. Но нет. Принес, а ты что делал все это время? Залипал на огонь? Блять, мне нравится наше разделение труда, братан. Прошу к столу. Да, водички поедим сегодня, видимо. Ну, давай. Сытненько. Наваристая, блять. Ну что, вздрогнем? Ну, вы знаете. Das ist Russian. Они постоянно вздрагивают. Походу, главный герой вздрогнул только половинкой стакана. Петрович. Я Петрович. Возможно, это product placement этого магазина, блядь, стройматериалов Петрович. Я не знаю. А второй как? А мне интересно, зачем они друг друга зовут по отчеству? Петрович и Кузьмич, наверное. Не Вася и Серега, блядь, а Петрович и Кузьмич. Ну, хоть не по фамилиям, слава яйцам. О большем я и мечтать не мог. Петрович с теми, кто осмелился на ремонт. И мы снова идем. Кстати, вот здесь есть... Да что уж там вот здесь. Вот здесь есть пункт примечания, где написано, что взаимодействие с некоторыми объектами повышает силу вашего духа. Я не знаю, какой плюс к моей карме дало ведро, с которым я повзаимодействовал, но надеюсь, что на финал оно повлияет как следует. Ниже отображаются фотоснимки, но это понятно. Привидение, к сожалению, не проявилось на снимке. Те или иные решения в сумме могут повлиять на финал игры. Я пока что не видел такого эпизода, где бы мне дали вообще принять хоть какое-то решение, но это обнадеживает. И вот мы идем, снова неспешно, Серега по-прежнему насрал штаны. Идем. Я хочу сказать, что я даже стараться не буду сделать эту игру как-то лучше и веселее, потому что она должна быть такой, какой она есть. До города доберемся. Все равно не каждый лишь может оценить. Вот один коммент мне понравился. Чувак написал, что, наверное, сложно, блядь, пытаться сделать лучшую игру, в которой, которая настолько плоха. Тут даже комментировать нечего, тут говорить-то не о чем. Да, блядь, это сложно. Но есть и такие люди, которым просто этого не понять. И раз ты обосрал игру, которую сделал один единственный человек, блядь, значит, ты конченый. А вот мне интересно, если вот вы будете ехать по трассе, допустим, Москва-Владивосток, а там ямы, блядь, дорога разбита, как после бомбежки. Просто в каждый второй, на каждом втором ухабе может колесо у машины в жопу оторваться. И вы спросите, наверное, бля, кто сделал ту ебанскую дорогу? А вам скажут, ну, понимаете, у нас был всего один рабочий. И вы такой, ну тогда ладно, дорога 10 из 10. Или вы приходите в гостиницу, снимаете номер, заходите, а там просто не как будто на них рота солдат спала, да, и насрано, блядь, посреди комнаты. И вы говорите, бля, почему у меня номер такой грязный? А вам, ну, вы знаете, у нас всего одна горничная. И вы такой, хорошо, ладно, ваш отель тогда пятизвездочный, сука. Или там в ресторане вы заказали что-нибудь в кафешке, там в Тошниловке, ждете, блядь, час, ждете второй, потом вам приносят ведро, в нем, блядь, овощи, знаете, такие даже не нарезанные, капуста напополам, помидорка там дольками, блядь, и пачку майонеза, чтобы вы сами, блядь, его заправили. Вы спрашиваете, а что это за дерьмо? А вам говорят, ну, вы знаете, у нас всего один повар. А, вот я зажег. Что это за звук был? Это главный герой обо что-то споткнулся. Мощностей моей зажигалки хватило только на вот те свечки, эти почему-то не зажечь. А, вот главный герой пытается оседлать икону с Иисусом. Что тут, кстати? Что-то там помечено четырьмя треугольниками черными. Есть тут какая-нибудь загадка? Ой, да ладно, это же не Uncharted, откуда здесь? Это решение повлияет на финал игры, я не знаю, как там эту игру проходит самый атмосферный мэн на свете, призвание которого водить маршрутку, но он почему-то пишет летсплеи, но я постараюсь сделать какую-нибудь другую. Ага, все, в эти дома зайти нельзя, их просто нарисовали, но вас в них на тупую не пустят.
Как, видимо, и в этот дом. Скоро так будет выглядеть каждая... Да, дверь не открыть. Каждая вторая... Нет, каждая первая деревня в России. Потому что деревни в России вымирают. Все овощи, фрукты и молоко закупаются у крупных поставщиков. А зачастую и за границей, и в Китае, где-то еще. Даже кусок Сибири китайцам сдают, чтобы они нам потом продавали то, что там вырастет. Деревню не поддерживает никто. Деревни никому не нужны. Можно было бы поднять в игре... эту тему, но нет. У нас пост, блядь, апокалипсис. Пост, сука... Это чё, блядь, метро 2000 нахуй 33, что ли? Чё это было, твою мать? Ну так вот, пост, апокалипсис в деревне. Который ничем не отличается от просто обычной деревни, от обычного быта. Книжки, пианино... Песен еще не написанных. Я угадал эту мелодию с 7 нот. Чем мне нравится Сергей Носков? Это своими саундтреками. Еще в игре «Поезд», которую он тоже делал один. И игра «Поезд», в отличие от игры 35 мм, действительно хороша. Все сжато, глубокий смысл, мораль. Отлично, отлично, прошел и не пожалел. Но, и там, вернее, в вагоне тоже играла группа «Кино». Но недавно я играл в игру, которая шутер, помните, да? Она называлась «Проект что-то там». И это была вторая часть про зомби, там тоже играла группа «Кино», но ту игру группа «Кино» спасти не смогла, она, блядь, просто конченая. Блядь, я не могу оторваться от этого рояля. Потому что, ну, это личное. Откуда вообще в деревне рояль? Не пианино, рояль. Непонятно. Ладно, давайте на последний разик сделаем музыку погромче. Не, что-то в Сергее Носкове все-таки есть. Единственное, что ему надо было сценарий писать все-таки в каком-то сотрудничестве с кем-то. Одному тащить лямку такой глобальной, глубокомысленной игры все-таки, ну, сложновато. Нужен был человек, который ему подаст идею. Кого-то здесь застрелили, но трупа нет. Возможно, кого-то здесь ранили. Пианиста. Какой идиот их сюда спрятал? Это деньги, 5000-ные купюры. Эти вшивые бумажки уже не представляют никакой ценности. Именно этот смысл и заложен был сюда. То есть показать, что главному герою нужна баночка варенья. Ему нужны бинты, ему нужно что угодно, кроме денег, которые ему сейчас не нужны нахрен. Возможно, если бы не было в этой игре перед этим такого шикарного квеста, как найти ведро ночью в деревне, я был бы, не был бы, вернее, так негативно к этой игре настроен. Но, к сожалению, непонятно, зачем сделанный квест по поиску ведра в темноте обострал в моих глазах просто все. И здесь полно домов, в которые, видимо, нужно заходить, чтобы повлиять на что-то. Кострище еще дымится. А, да, то что... Нет, я ночью тут не ходил. Я мог бы разбить дверь, если бы у меня был топор. Но мне что, еще топор найти теперь надо? Хорошо, что не ночью. Также среди
зачетных комментов порадовал коммент о том, что скажи спасибо, что негра ночью искать не заставляет. Еще смешнее было бы написать неулыбчивого негра ночью. Ну, тогда была бы полная идиллия. Так, что это такое? Это, видимо, стойло для коня, которым пахали. Ну, это яма с навозом. Или как это называется, наверное, силосная, да? Куча. Не яма, куча. Или яма, в которую навалили с горкой. Олень. Уф, жуткая голова. Есть не что-то зловещее. Возможно, это отсылка к зловещим мертвецам. Там такая голова повернулась на героя. Может, там жопа этого оленя в соседней комнате. Пойдемте посмотрим. Вот была бы игра про наркомана, который плющит, которого плющит, адски плющит. Вот это был бы хоррор. Шкафы почему-то главный герой не открывает. Жопы оленя тоже здесь нет. С начала событий жизнь круто изменилась. Повезло, что болезнь не прицепилась. Но проблем все равно навалом. Здесь жить, конечно, проще, чем в городе. Натуральное хозяйство сильно выручает. Ведь теперь в магазин не сходишь. И картошечки с котлетами не купишь. И пивка холодного не отведаешь. Мародеры одолевают. Качую теперь с места на место. Грабят попутчиков. Каких попутчиков? Чьих попутчиков? Может, грабят путников? Не брезгуют ничем. О совести и чести, видимо, позабыли напрочь. Рано или поздно, наверное, придется отсюда валить. Как убрать-то ее? А, вот. Я зажег эту лампу и... Вероятно, я на что-то повлиял, да? Газета «Труд». Именно вот так приходится что-либо здесь разглядывать. Весна в Куманьковых переулках. Назад в будущее. Непонятно, зачем это все здесь написано. Непонятно, как человек жил в этом доме с такой щелью под потолком. Может, здесь надо было фигурку вот эту взять? Нет, одному богу известно, что задумал Сергей Носков. Зачем я это все здесь зажег? Может, что-то с головой изменилось? Нет. Здесь жил, наверное, местный, сука, охотник. Так, а вон и кострище. Наш спутник захотел проверить, что это там дымит. Вернее, что там ночью жарили. И теперь мы идем туда. Благо, что у нас есть мой нож и его пистолет, в котором неизвестное количество патронов. Недавно. Хорошо бы проверить дом. Если кто-то был в этом доме недавно, проверять его бессмысленно. Скорее всего, все, что было ценного, уже здесь был совсем унесли. Хорошо бы проверить. Но я вижу, что там труп какой-то тёлки сидит. Я в окно это увидел. Кто-то срал здесь недавно. Хорошо бы проверить дом. Должен был сказать наш друг. Ну, открывается? Нет, не открывается. Побережем фонарик, потому что он тратит батарейки. А вот и топор. Непонятно, почему топор не забрали. Дождь пошел, тут и погоду завезли. Ух ты, Сергей Носков как постарался, посмотрите. Перчатки, скальпель. Бабе Лизе с каждым днем становится все хуже и хуже. Мы добрались... А, мы боролись за нее всеми способами, но, боюсь, надежды на исцеление нет. Долго раздумывали, как облегчить ее страдания, но не смогли. Духу не хватило. Нам пришлось оставить ее здесь.
заколотить окна и забаррикадировать дверь. Если читаете это, будьте осторожны. Видимо, болезнь. К бабе Лизе ходить явно не стоит. А какой-то чувак, который посидел у этого костра, к бабе Лизе сходил. И, скорее всего, он теперь инфицирован. Вот он разбил, видимо, окно. Ну, вон она сидит. Я думаю, что... Почему-то мне кажется, что правильное решение – это не ходить к бабе Лизе. Но походу, что... А, нет, все. Он идет за мной. Значит, мы можем просто уйти. Хотя, слушайте, я видел труп у пруда. Он тоже был, скорее всего, от болезни умер. Он-то нас ничем не заразил. А тут есть сохранение. Нету сохранения. Нет. Здесь, видимо, автосейв. Грядет хаос. Неизвестный науке вирус продолжает уносить жизнь по всему миру. Ученые выдвигают предположение о том, что вирус может быть новейшим штаммом вируса Эболы. Симптомы заболевания схожи, однако надвигающаяся эпидемия грозит намного более серьезными последствиями. Болезнь практически неизлечима и протекает крайне быстро. Смертность составляет 83%. В редких случаях у пациентов обнаруживается иммунитет, который спустя несколько суток выводит из организма токсичные вещества и устраняет вирус. Новостная лента. Песков, двоеточие. Вертели мы ваши законы на... Там сверху, кстати... Какая-то фотография, где на баррикадах снова с украинским флагом. В Подмосковье обнаружили останки древних людей, невиданных ранее. Сбербанк играет в карточки. Иски в суд пойдут по почте. Столица оценила Внуково. Битва на Волге под Питером. На Волге под Питером? На машине, что ли? Анкертейн. Не знаю, что такое The Anchortain. Ну, короче. Короче, к бабе Лизе не идем. Что-то у главного героя помутилось. Возможно, он хочет жрать. Да, действительно. Индикатор голода есть. Он довольно своеобразен. Так, а где я оставил нашего попутчика с неизвестным отчеством, в отличие от главного героя? Вот хреново, что надо еще следить за этим мудаком. Здесь нету камеры, непонятно куда идти. Вот мы сюда, по-моему, шли. Или не шли? Я помню, что я видел... Ага, вот он стоит. Я видел какую-то дверь, которую можно разбить топором. Надо ее найти теперь. Это было у дома бабы Лизы по дороге. Ну, бег такой тут совсем не быстрый. Еле передвигает сандали главный герой. Так, а дом бабы Лизы, он на дым. Он там, где дым. Вон он. С какой стороны мы к нему шли? Вот отсюда мы подошли. Вон он. Ну чё? Куда бег-то пропал?
Главный герой задолбался бегать. Не знаю, что он хочет, посидеть, постоять. А, нитро на троечку. Я подумал, что вот этот дом бабы Лизы, он же заколочен. Так, у меня сели батарейки. Капкан нам не нужен, мы охотиться не собираемся. Чего в этой игре в этой игре с достатком, так это еды. С ней вообще проблем нет. Бензин. Скотч. Мне кажется, надо брать скотч и изоленту, потому что, как говорится, если вы что-то не можете использовать, починить с помощью изоленты, значит, вы используете мало изоленты. Все, можно валить отсюда. Снова. Куда? С моей топографической памятью, да, и моим творческим мышлением, вообще удивительно, что я хоть как-то здесь ориентируюсь в пространстве, потому что это довольно тяжело. В игре халат хотя бы... Компас был у главного героя. Здесь у главного героя нет ни хрена, что может указывать ему направление. Вот я уже говорил, что Серега может просто уйти, и вы его уже, скорее всего, не найдете после этого. Так, это дрезина. Ну... Придется поискать топливо в деревне. По сараям пошарить. Отлично. По коням. Ну, главная игра сделала еще один шаг в сторону того, чтобы стать невероятно похожей на метро 2033. Я уже говорил, что неизвестно, куда направляются герои. По дороге ли им. С рельсами. Потому что, ну, очевидно, что повернуть не получится. Скорость, с которой едет эта херня, не отличается от скорости, с которой Серега ходит. Сейчас, видимо, будет очередной флешбэк в воспоминания. Здесь концовку каждого уровня пометили флешбэк. Нет. Флешбэк был в больнице, там, где главный герой выходит из... палаты и видит какого-то человека, я думаю, что Серегу. Ну и чего? А, я управляю, моя очередь рулить. Скоро до города доберемся. До города доберемся. А, главные герои едут. Просто едут. В тишине. И ни о чем не разговаривают. Они никогда, блядь, ни о чем не разговаривают. Практически всегда молчат. Я так понимаю, что можно выйти и обследовать опять дом и амбар. Кстати, в амбар кто-то зашел. А вон тот стоит. Как выйти-то? Собирайте еду, воду, аптечки. Взаимодействие с объектами осуществляется с помощью клавиши Е, но я не могу выйти. Возможно, что не я решаю в этой игре, когда я буду выходить из транспорта. Вон косит, смотрите. Косарь, коса, кошу, лес, лесник и так далее. Но бородачийший анекдот. Так, атмосферная езда — это именно то, что. Стрелки, ты дёргай. Тебе ближе. Так как ее надо дергать-то?
А, там, вон, там завалено все, да. А то, что засыпано... О, ну что делать бы? На таран. Хорошо, что я не стал сбрасывать скорость. Очень странно идут эти пути. Я не знаю, что за поезд мог ездить по подобным рельсошпальным сооружениям, которые так часто петляют. Они, то есть практически по прямой вообще не идет железная дорога. Она, походу, здесь еще со времен царя-батюшки проложена. Хоть медведь бы за нами снова погнался, что ли, не знаю. О, вот эти деревяшки особенно прочны. Интересно, фонарь дрезины не сжирает ли мои батарейки? Видимо, данная бесконечная езда — это отсылка к Half-Life 2. Раньше обслуживающий состав ходил. Материалы доставлял. Когда лишаешься всего, когда-нибудь зарастет, любая мелочь, напоминающая нам о счастливом прошлом, может оказаться чрезвычайно ценной и необходимой. Граффити с подписью Зексо какой-то. Ну, видимо, Сергей Носков дохрена с кем сотрудничает, и мы граффити нарисовали. Кое-кто, кого я не слишком-то жалую, в озвучке поучаствовал. Так, ну что? Надо подтолкнуть эту херню, походу. Сперва можно откатить вагон. Я думал, что его нужно в специальное место откатить, но нет. Да, игровой процесс. О, что это у нас? Скорость вторая включилась, что ли? Все, выключилась. Игровой процесс во всей красе, хотел я сказать. У меня тут кое-что припасено. Чтобы не скучать. Дунуть? Сергей Танкинян? Серж, то есть... Нет? Блядь, чувак, мне от этой музыки с собой покончить еще сильнее хочется. Господи, это чтобы не заскучать, ты уверен? А кровушка, это у нас что значит? Что я ранен? Житницкая, дом 16, квартира 5 написано. Да, чтобы не скучать, действительно. Денис Мацуев — это именно то, что нужно слушать, когда скучно. В конце дальней дороги нас охватывает... Что? В начале дальней дороги нас охватывает грусть, даже если мы знаем, что в конце счастье. Каково же приходится, когда осознаешь, что никакого счастья впереди нет и уже никогда не будет. Сергей Носков — мыслитель. Однозначно мыслитель. В конце концов, да, можно самые разные вопросы поднимать в играх, затрагивать самые разные темы. Не все игры должны быть как Uncharted, детскими и наивными. Где-то должна быть и суровая реальность, только я не понимаю, почему в игре про суровую реальность мы должны... бесконечно пидорить вперед на дрезине. Неужели нельзя было как-то упаковать игру во что-то иначе? Хотя бы что-то попутно, не знаю, показывать, чтобы я проезжал мимо каких-то вещей, которые мне будут о чем-то говорить.
Но опять просто проезжаешь брошенные дома, брошенную технику. Вот у нас, видимо, бензин-то и закончился. Первым толкать будет. А, все. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. А ты такой шутник. А там у нас что? А там лучше далеко не отходить, напишут. Ладно, я думаю, что на этом можно пока закончить. Цепоньку сковырнуть. Внезапно Сергей Носков перешел на сленг. Я думаю, что можно на этом закончить и продолжить уже в следующей серии. Как я сказал, я из принципа все пройду. О! Так и знал, что здесь найду, словно жопой чуяло. Опа, опа, гвоздодер Европа. Этого не может быть. Лут какой-то должен быть. Вчера с мужиками с охоты притащили волчару здорового. Видимо того, что у нас последние месяцы овец воровал. Сильный был зверюга. Три пули из винтовки не сразу свалили. Радоваться пока не спешим. В округе еще полно дикой живности. Чувство такое, будто зверье слабину нашу почувствовало. Выживает потихоньку с обжитых мест. Да ёб твою мать. Эх, волчару убили. Ладно. Как обычно, что-нибудь там жмите, что-нибудь там пишите. И все такое. Атмосфернейшее адьё, амиго.